Христос воскресе! С Днем Победы, дорогие друзья! Прекрасно отражает единство с Церковью, торжество, это духовное стихотворение Бориса Пастернака, которое я вам хочу в честь этого праздника прочитать. Ожившая фреска. Как прежде падали снаряды, высокое, как в дальнем плаванье, ночное небо Сталинграда качалось в штукатурном саване. Земля гудела, как молебен, об отвращении бомбы воющей. Кадильницею дым и щебень, выбрасывая из побоища, когда урывками меж схваток он под огнем своих проведывал необъяснимый отпечаток привычности его преследовал. Где мог он видеть этот ежик домов с бездонными проломами? Свидетельства былых бомбежек казались сказочно знакомыми. Что означало в черной раме четырехпалая отметина? Кого напоминало пламя и выломанные паркетины? И вдруг он вспомнил детство и монастырский сад, и грешников, и с общиною по соседству свист соловьев и пересмешников. Он мать сжимал рукой сыновней, и от копья архистратига ли под темной росписи часовни в такие ямы черти прыгали, и мальчик облекался в латы, за мать воображенье ратуя, и налетал на супостата с такой же свастикой хвостатою, а рядом в конном поединке сиял над змеем лик Георгия, и на пруду цвели кувшинки, и птиц безумствовали оргии, и родина, как голос пуще, как зов в лесу и грохот отзыва, манила музыкой зовущей и пахла почкою березовой. О, как он вспомнил те полянки, теперь, когда своей погонью он топчет вражеские танки. С их грозной чешуей драконию он перешел земли границы, и будущность, как ширь небесная, уже бушует, а не снится, приблизившаяся чудесная. С наступающим Днем Победы и Днем памяти великомученика-победоносца Георгия! Христос воскресе!